Махачкале усилена санитарная обработка общественных пространств и транспорта. Для обеззараживания используются специальные средства, которые не представляют опасности для людей и зеленых насаждений. Обработка уже прошла на главной площади столицы. Специалисты провели дезинфекцию дорожек и скамеек на игровых и детских площадках. Также усиленная санитарная обработка проходит в общественном транспорте и на остановках.